Неужели не интересно, что там в сундуке? Мне бы было. Надеюсь, не зима. Ну, надеюсь, не зима, да. Надеюсь, не зима. Ну, здесь принципе... стены, кстати, деревянные. Их можно расколоть, я так понимаю, себе. Ну, да, и дерево здесь забрать. Там часть ресурсов, получается, твои будут. Так, что-то я буфало потерял. Где они все? Ага! Твою мать, это ловушка! Она спалила все. Все сгорело? Все сгорело и все взрывается. А в сундуке что было? Ловушка. Не, из нее что-то выскочило из сундука, но теперь это пепел. Блин, там получается ты ничего не взял, да? Осмотри, может, что-то валяется, что-то, может, осталось. Какой-то посох. Во-во-во, посох бери, посох нужен всегда. Огненный посох. О, ну это круто. Будешь фаерболами. Фаерболами сыпать. Пепел собираю по кругу. А он все равно нужен. Нормально как раз. Слушай, он выветривается. В хозяйстве все пригодится. Классно это выглядит, как я его собираю. Его ветром сдувает, прикинь. Ну я тут, конечно, устроил жесть. Огненный посох. Это сила. Да, как его использовать-то? А просто как оружие в руки ставишь и тоже как вот наводишь на кого-нибудь, стреляешь. Он дальнего действия. А кроликов можно? Ночь началась. Ой. В кроликов? Да в кого угодно. Но на кроликов это расточительно, если честно. Посох такой... А! Меня что-то бьет! А ты чё? Твою мать. Ты в ночи ходишь? Ты не на костре? Жесть, нихрена себе, меня ударили аж на 100 здоровья. Да я пытался поставить костер, и что-то не получилось. Так вот, чё он этот, ну, ночной монстр тебя гасит. Ты давай там аккуратнее, я не хочу, чтобы ты сейчас умер. Не, я выжил нормально. Было опасно. Так, у меня осталась одна ягода сейчас. Из еды и 18 семечек, больше ничего нет. Ну надо как-то это... экономить. Или так, ставить? Что тут? О, уже, как быстро. Так, с говном, конечно, что-то... А что с этими костями-то сделать-то можно? Я даже их выкупать не могу. А, их, наверное, знаешь, что надо будет бить? Молотом. Кости разбиваешь, он превращает их в куски костей. И потом можно использовать для какого-нибудь крафта, наверное. Хорошо. О, сейчас я попробую это фаерболом какому-нибудь кролику убить. Ну кролика ты уж совсем. Ну ладно. Делай, что хочешь, в принципе. Не понял, куда я поселился. А, вот он. Кролик. Жирновато. А курицу можно, птицу какую-нибудь? Индейку там, еще какую-нибудь. Он довольно неплохо бьет, кстати. Попробуй в кролика. Ну, я думаю, ты его сразу бьешь. Даже возможно, что ты приготовишь рагу из кролика при выстреле. Я птицу попал, поджег, она горит, машет крыльями, с нее выпало приготовленный кусочек мяса, между прочим, и перышко. Отлично. Слушай, ну он 5% сожрал за выстрел. То есть, в принципе, это на зиму надо оставить. Это экстренный вариант добычи еды. Так, для опасных моментов. Вот что-то неплохо было бы из него бомбануть того же самого слона-мамонта, и не надо будет за ним бегать. Ну, так понимаю, просто ваншотает. Ну, нет, слона-мамонта-то нет. А вот мелких, птичка-то мелкая дичь. Ваншотит, конечно, птицу. И кролика, я думаю, тоже убьет сразу с одного выстрела. Тут все бегаю, говно собираю, удобряю кусты. Ух ты, он умер. Типичная человеческая ошибка. Скелет осмотрел. Огонь вообще. Робот насмехается над людьми. Ох, мне эти человеки. А-а-а. О-хо-хо. Так, я, кстати, нашел эту. Так, у меня было пару говна.
Я себе кусты удобрю. Так, алое перо. Странно, пеплом нельзя удобрять. У меня его 60 штук. Нормально ты там нажег. А там что получается? Ты всю вот эту всю постройку деревянную все сгорело? Да. Она по периметру зажглась и просто вся спалилась. Обидно. А 60 пепла одним стаком или их много? Двумя. Они по 40 стакаются. По 40. Ну хорошо, 40 это хорошо, потому что пепел нужен будет потом для лечилок. Он там используется кое-где. В принципе, хорошая вещь. Так, саженцы. Что-то, блин, эти баффало, вот они этими мелкими кучками по такой территории раскиданы. Попробуй пособирай тут все. Оп, топор сломался. Хач. Я устал уже бегать от одного конца к другому. Вот тут, наверное, буду сюда буду приходить. Здесь их побольше. Тык. На перекресточек. Кушпарона. Нам бы, блин, время, чтобы помедленнее шло. Было бы интереснее как-то так. Да нормально, нормально. Мы сейчас все успеем. Ты считай, там сейчас занимаешься кучу дел. Я сейчас тоже здесь. Я уже вот собрал, сейчас навоз бегу, сейчас ягоду одобрю, буду клумбы строить эти. Надо вообще казан, наверное, сделать в первую очередь. Так, а что для него надо? Для него нужен будет уголь. Для него надо каменные глыбы вот эти сделать. Как они называются? Ну, камня-то у нас много. Да, камня много. Каменный блок. И деревянный. А, по-моему, мне даже дерево, по-моему, не надо. Может, просто дерево. Надо будет. Чё-то саженцы как-то медленно растут, ничего не вырастает тут. Ты про ягоды? Не, я про именно саженцы. А, понял, все. Ну, подожди. Про эти, может как, быть, про я понял. Ветки. Про ветки, да. Может быть, первое время. Но тут вообще так богато с изами. Да, тут с ветками вообще хорошо. Прошлая смерть научила многому. Так, а я, кстати, шерсть баффала еще собрал 4 штуки. Круто. Там она была. К пеплу положил. Пепел где-то. К пеплу аж все ваше. Жалко, что пеплом нельзя этого. Удобрять? Да. Как-то нелогично. А в DLC даже есть ядро с удобрениями. Там что-то скидываешь, порченное или что-то в этом духе. Делать какое-то ведро, видать, очень крутое. Так, скорее бы уже, да? Прибавили чуть-чуть. Мне интересно было посмотреть. Так, улей, сушилка. А сушилка для чего? А, мясо сушить. Вот, кстати, нам тоже бы построить. Хотя бы штуки, блин, две, что ли. Три. О, древесный уголь нужно. А как древесный уголь делать? А, дерево сжигаешь, после него остается такое-то сгоревшее, ну, сгоревшее дерево. Его рубишь, и появляется уголь. Значит, нам каменный уголь нужно добыть. Ну, что его не хватает. Мы можем сжечь вот эту посадку нашу. Не надо. Или сходить куда-нибудь там. Я схожу там, он в лес. Ты только смотри, так что-то там все не выжгло. А то я знаю, твой, у тебя еще с прошлого раза пиромантия такая в голове. Да-да. Ой-ой-ой. Твою мать, я все наши маленькие веточки поджег. А, нет, кусты. Я так страдал. Мне страшно возвращаться домой, если честно. Я боюсь видеть этот кошмар. Походу ягодным тоже, да, капец? Нет, ну только ягодные остались, слава богу. А, фу, ну с ягодной остались, слава богу, да, остальное все ерунда. Блин, так. Прутики жалко. А, жесть, там чат просто взрывается. Прутиков еще накопаем, ну да ладно. С травой-то фиг с ним. А это как этот...
иду, несу говно, думаю, сейчас доудобрю уж до конца, короче, эти кусты, там осталось 4 штуки. Витя избавил меня от этого, ну слава богу. Фу. Ладно. Блин, пустики жалко, там столько прутиков было. Прутиков, что... да. Ой, что это? Собаки идут. Я не слышу. У тебя рычат? У меня нет. Ты мне даешь уголь? Ага. Спасибо. Так. С едой начинаются небольшие проблемы. Да, у меня нету больше еды, у меня только семечки остались. Так, надо срочно строить эти. Бум-бум-бум. Так, казанчик сделать. И строить еду. Казан, казан, казан. Так, а веревки всевить? Как? А веревки у нас там есть 4 штуки. А где? В сундуке. В первом. Да-да. Так, хочу себе броню закрафтить. Чувствую, скоро собаки придут. Блин, ну как же так, я с... Блин. Бывает, ладно. Ну, конечно, ты вообще там... не расстроен, я смотрю. Да бывает, просто бывает не такое. 60 кустов спалил, блин. Ходил, сажал. Я бы расстроился, если бы спалил бы ягодные кусты. Вот, ну да, я уже стоял, смотрел, думал, только не ягодные, только не ягодные. И вроде бы до них не дошло, слава богу. Куда поставить, куда поставить? Я поставлю прямо вот так вот. Наверное. Нет, так не будем ставить, ладно. Или тут поставить, или тут поставить. Поставим вот тут, наверное, тогда. Холодильник бы нам замутить. Но я лошадей не находил. О, вот это собаки идут. Вот это рядом собаки. Ну, я слышу рычат. Не знаю, насколько они рядом. Но я пошел бы сюда. Ой. Слышишь тоже, да, уже? Бегут. Погнал-ка я за тобой. Не, вот тут постою. Тут, по крайней мере, хотя бы 5 особей. А палочки подбери. Давай. Я сундук сброшу. Я не делал пока броню себе, пока побегаю. Так, наверное. Думаю, выживу. Так, и где они? Пока что-то не видно. Ждем. До первой звезды нельзя. Как говорил дедушка. Я пока траву соберу. Теряться не будем. А я пока вот, по говну побегаю. Говномастер. О, а тут прям быки прям под собой оставили. Три кучи. Где собаки-то? Не знаю, что-то не хотят идти, что ли. Давайте уже. Они хотят ночью, наверное, прийти. Не-не-не. А, сейчас должны, до вечера должны прийти уже, точно. А быков можно кормить, чтобы они какали? Во, все, идут собаки, походу. Мне уже заговорил. Не знаю, можно попробовать. Но, по-моему, они ничего не едят. Они вообще на тебя смотрят, как на дурака. Все время почему-то у них такой взгляд. Ну-ка, семечки положил им. Не, семечка не едят. Не клюет. Ну, где собаки-то? Эй, кубики. Надо бумеранг было сделать и поохотиться за птицами. Так. Бумерангус? Ну да, мясо все-таки с них падает же. Ну да. Да, в принципе, можно и ловушки поставить на кроликов. Тут очень много кроликов. О, во, пошли. Бегут? А я не вижу своих. Где мои три? Е, первая. Первая заагрилась. О, мои бегут тоже. Давай, псина. Войнули. О, сейчас они там всех примут. Злые собаки, блин. О. Тихо, тихо. Меня попал один раз, пес. Ты что там дудонишь-то? О! По мне тоже попали. Я слышал, у тебя... Загудел.
Ну чё они никак? Во, все, попали. Обе, причем. Все? Все. Ну, быки, ну, расходитесь. Какашка. Тут не на что больше смотреть, быки, расходитесь. Ух, нормуль. Ну, куда теперь? Так, я собираю говно и иду. Надо будет сделать. У меня пару какулек есть. Пять какулек. Какули, какули. Я сейчас еще вот одну какулю соберу, сделаю две грядки. Так, приближается ночь. Просыпается мафия, когда. Да-да-да. Ну, мяском разжились. Тоже неплохо. Ой, дождь пошел. О, дождь. Твою мать, контачит. Мне домой срочно, там вдруг молния. А я не молниевода. Ты не забрал, по-моему, рюкзак свой? Забрал. А у меня нарисовано, что рюкзак лежит. Рюкзак на мне. Странно. Блин, так, такие посадки. О, тут ягоды начали зреть. Отлично. Ну давай, молния. Приди, я уже рядом с проводом. Я готов принять тебя в себя. Давай, бей. Что, бог? Покажи, что ты можешь. А ты это, по... О, кстати, вот, можно приготовить. Ты как, кстати, по голоду, Вить? Я половинка. Я половинка, ты половинка. Я приготовлю сейчас тогда. Никакой навес нельзя построить. Не, вот здесь нету. Но здесь видишь, дождь-то, в принципе, не так сильно и косячит, вот только тебя. А я буду смотреть, как ты светишься. Так, хочу. Мяса у нас, да? Много теперь. У нас нет холодильника. Холодильника нету, да. Холодильник надо по-любому сделать. Так, и где ты говоришь, там ягодки начали зреть? А чё молнит не в меня? Потому что она в громад, вот. Резервный источник питания, пишет он мне на громад, вот. Давай, молния, бей. Бей еще. Так, сейчас тебе приготовлю кистелей. Так, что там у нас? Ну давай, молния. О, я почему? Ну блин, она в молниеотвод попадает и все. А мне ничего. Надо видеть, что если ты будешь где-то в поле бегать, к тебе попадет, тогда нормально. Видать. Во-во-во-во-во-во. Ты там это? Я прям звук услышал. Я как тоже. Ко мне монстр идет. Я прям аж это сразу бревно кинул в костер. Кирпич кинул просто. А я не могу разрядить молниеотвод на себя. Что-то как-то это. Не особо это интересно, да? А мясо монстра я могу есть? Нет, мясо монстра тебе будет так же косячить, как и меня. Ну, можешь поэкспериментировать, если не веришь. Да мне б жизнь восстановить как-нибудь. У меня 39 жизни. На тебе говна. Так, 39 жизни. Давай уже попробуем. 37. Может, не надо отойти наоборот куда-нибудь? Чтобы меня молния долбанула. Так, трава нужна. Свиньи прям под дождем спят. Так. Свиньи же. Че с них взять? Слушай, что-то у меня тридцатка уже. Долгий дождь попался-то.
Так, что тебе можно сделать? Тебе либо надо поесть тогда что-нибудь. Цветы, если видишь, цветы кушай. Если у тебя есть железа паучья, или пауков видишь, попробуй выбить железу, с нее можно сделать аптечку. Жру лепестки. Кушаешь лепестки? 37 стало. Я помню, крылья бабочки, по-моему, хорошо работают. Крылья бабочки, кстати, да, точно. Это хорошо, кстати, я напомнил. Я уничтожу тебя. Только ее догнать не могу. Злайк. Так, я 3 грядки уже построил. Еще пойду построю, может, еще парочку надо сбабахать. Еще бы 3, было бы вообще норм. Но мы в этот раз, кстати, то пободрее, прям в разы, я бы тебе сказал. У нас столько всего вкусного. Ты там кустов больше не видишь, кстати, с ветками, которые... Я их все в округе собрал. Не, ну у нас ветки-то есть, у меня 37. Ну, кстати, надо собрать эти кусты. Ягоды созрели на них. Все-таки все равно нужны будут нам кусты. Она будет еще накопать и поставить. Веточные? Угу. А для чего? Ну, тут же много что там. Оружие строить, тоже везде ветки нужны. Такой один из основных ресурсов. Блин, как законтачиться на него? Я хочу на молниеотвод законтачиться. Попробуй найти, может, там какой-то есть возможность. Хотя нет, я такого не помню. Чтобы можно было с молниеотвода что-то там получать. А если я положу мясо монстра и 3 ягоды, что получится? Если мясо монстра и 3 ягоды, будут кефтели. Давай посмотрим. А те кефтельки долго будут стоять наказание? Бесконечно. Прикольно. О-о-о, бежим. Классно. Правда, тефтельки. Пока ты с казана не достанешь, да, еда не начнет портиться. Так что она может вообще там всю жизнь простоять. А для чего нам ветки-то понадобятся? Во-первых, можно как в источник питания использовать их в некоторых блюдах. Но у меня вот 37 штук есть. Еще в сундуке 19. Может, нам хватит? Попервой-то. Ну, попервой-то да, но потом-то что мы будем с тобой делать, когда вдруг пригодится? Ну, если я их опять спалю случайно. Этот пауков реально было. Но, да ничего страшного, мы сейчас с тобой все равно, надо бы с тобой как-нибудь выдвинуться, потому что, честно, надо садить 3 грядочки еще и переть, искать коней, потому что без холодильника. Зимой, конечно, продукты медленнее портятся, но все равно. Че, мы зимой есть с тобой, я не пойму. Бежим. Так у нас ягода есть. Мы будем с тобой кроликов, считай, добывать можно будет. Плюс еще останется у нас сейчас с тобой с грядок тоже, еды много. А ты переживаешь. Выживем, да? Ну конечно. Мы сейчас даже еще лучше подготовлены, чем в прошлый раз. Я просто как-то это не сильно оцениваю. Я делаю механически что-то, а как что из этого получится, не понимаю пока. Нормально, нормально, все будет вообще супер. Пошел кусты опять прутки давай, добывать. Паук, давай, паук, иди сюда. Как ты, падла, мимо ловушки-то? Ловушки же понастроил. О!
ударил. Прыгучий паук, блин, зараза такая вредная. И опять мимо ловушки. Ну все, как? Нам надо бумеранг сделать. А что там на бумеранг требуется? Напомню. Что-то уголь, по-моему, нужен. Древесный. Потом веревка и дерево вроде. Я уже не помню. О, все, поймал. Фу. Это сейчас просто у меня мозг не соображал, извините. Потому что я убегал и боялся. Боялся, убегал. Это сейчас я смелею, тебе расскажу. В оружие можешь посмотреть, там где-то есть в разделе. Опять ночь. Так, в оружие. Что-то какие-то дротики сплошные. А вот ниже дротиков как раз там. У меня ничего нет, это, видать, надо рядом с этой быть. Ну, построить ты не сможешь, конечно, но, по крайней мере, посмотреть, что надо. А, ты, там, может, вообще у тебя не открыто. Ага. Все, тоже уже, да, подустаешь немножко? Да, чувствую, скоро закончу. Я смотрю, вчера ты там долго стримил-то. О, ну, это вчера было. Не, вчера я вообще имею в виду, что это вчера вы дали жару. С ребятами. Под Морсом сидели. Под Морсом? Морс сила. Клюква. Мне тут напоминает, что я уже один раз уголь искал. Да. Это было эпично. Жесть, такие грядки спалить. Зато пепла. Теперь вообще очень много. А ты почему это? Ты тефтели меня, что ли, оставил? Да, я ж тебе их сделал. Ой, спасибо, Витя. Как раз прям в цвет я пришел голодный. После паучьей войны-то. У меня 6 паутинок, 2 этих железы я добыл. Нормально. Разорил сейчас один этот паучий кокон. Отомстил за прошлое. У меня расслабые были. Ну, второго уровня. Ну, вот, там даже боевой был. Боевой был, да. Круто. У буффала задницы покраснели. О, нет. Да. Теперь их надо мочить в сортире. Да. Мстить. Забирать мясо. Так, ну чувствую, что я сейчас говна там много не насобираю. С такими-то задницами. Броню одень только, если пойдешь. Ну, сейчас бегаю аккуратно, оббегаю их тут, чтобы собрать хоть чуть-чуть. Ну, на так, одну грядку. 3 морковки выросло на грядках. Пока на грядках оставить? Ну, если есть, что поесть. В принципе, можно и оставить. Ну, тут ягод еще много созрело, я собрал. Сейчас еще одни тефтели сварю. Так, а я пока, наверное, ловушки поставлю на кроликов. Где-нибудь рядом с домом, надо недалеко от дома найти сейчас лунок этих. Надо пойти, блин, лошадей найти. Да, это точно. Вот это. Так, ты... как лучше ягоды хранить? А, пускай на кусту пока будут, если ты хочешь. А если уже собранные? Ну просто носи тогда с собой. Без холодильника никак. Хорошо, я еще буду есть. Так. А, я хотел понять. Одну поставил. Вторая. Третья. Что требуется на бумеранг? Четвертая. Так, уголь есть. Так, одна паутина, одна доска паутины есть у нас? Паутина есть 4 штуки. Че, не у тебя где-то, да? Да, со мной. Ой, я короля поймал уже. Ну-ка, дай мне чё. Я на поле, вот прям рядом с тобой. Дай паутинку одну кинь. Пожалуйста. Так, о, кроль попался только что. Отлично, отлично. Надо ящиков еще, наверное, сплодить для королей. Ну да, хотя бы один, а лучше 2. Седошечек нарублю. Упс, топор сломался.
Я тут везде ловушек тыкаю, натыкиваю сколько смогу. У нас тут персональный лес такой знатный. Да как королевица жить будем. Так, с кем ведь играет? Опять спрашивают. Со Стазом. Так, бревень ты сколько нарубил. Сейчас мне точно хватит поставить нам сундучок. Так, не помнишь на сундук, сколько там надо? 3 доски. Получается 12 дерева, да? Да. Так, что тут у меня? Хватит сундук, мне? Сундук. А где сундук? В конструкциях, да? Угу. Табличка. Так, стена из травы. Хе, господи. Пам. Верхний сундук для кроликов будет. Ну, сейчас его лопатой как огрею. Он же убежал от страху. Кролики. И у меня тоже есть кролик. Шпеньк. Я там понатыкал ловушек. Здесь вот. Раз, два, три, четыре, пять штук. Только на изготовление пока ловушки что требуется? Пока, кстати, хватит. Там что-то трава нужна и веточки. А, то есть веточки как раз, да? Да. Ну там пять штук есть, я думаю, пока хватит. В принципе, мы с тобой очень хорошо разжились. Че ж я кут-то выкопал, зачем? Заковай обратно. Так, ягода, ягода. Ягоду собираю. Хотя можно морковку собрать. Морковка же отстой. Прям пожухлый, блин. Случайно с пробелом зашел. Ну, давай, меняй с собой говно, я сейчас по это. Ну, видишь, это чуть-чуть веточек принес еще. Все-таки. Двадцатка. Ну, это хорошо, смотри, двадцатка-то это вообще бодро. Справился. У меня еще в инвентаре 35, в сундуке 39. Вообще супер, супер. Нам пока хватит на очень надолго. Мы сейчас, наверное, с тобой тогда пойдем за этими, да? За искать коней. Так, потом будем так, делать еще бумеранки. Сделал, да, себе? Так, а я броню себе хочу сделать. Броня нужна. Так, а мясо мы все уже изготовили и жарили. Вот я сейчас как раз собрал, и сейчас мы сделаем тефтельки. Мне ягоды есть, если еще могу дать. У меня тоже есть. Я одну собрал ягодку. Может, он потом попробует? А, не, лошадей надо искать, да? Поищем, да. Потом уже ближе к зиме можно будет и этого куала-слона найти. Дать ему. Просраться. Куала-слоновому лицу. Да, точно, точно. Тефтельки. Тебе нужны? Кто? Тефтельки. Тефтельки? Ну так тогда бы я поел. У тебя как с голодом? У меня 89. Ого, я тогда точно поем. У меня уже штук, наверное, там и 10, наверное, единиц. Я уже на грани голодной смерти. У меня есть 27 семечек еще, так что ты за меня не беспокойся. У меня 18 семечек. Так, ты там говорил, ягодки у тебя? Давай. Две штуки. Сколько? Две штуки, ага. Да, внутрь положить. Да, положи в казан. Так. В принципе, все очень. Пошла хорошо. Кипятилка. Да вообще не говори. Че там? Можете тоже глянуть. Почитать чуть-чуть чат у вас. Давай, зима близко пишут. Железный, да нет, еще не близко, я бы сказал. Ну, не, реально похож. Ну, я железный слегка. Так, мне кажется, или большинство смотрит стримы и только и ждем, когда Витя нарачит или умрет. Ой, вы какие, а? Так, тут что спрашивали очень давно, а за кого Стас играет? За Кончиту Вурст? Да, да, она самая. Борода. Только не поет. Да, только не поет.